Мы продолжаем следить за ситуацией на бирже труда Казахстана. Так, за неделю в Павлодарской области создано 265 рабочих мест, чуть меньше 246 вакансий открыто в Восточном Казахстане, почти 200 человек могут трудоустроиться в Атырауской, 165 в Южно-Казахстанской областях, 150 рабочих мест есть в Костанайской, 103 и 102 в Акмолинской и Западно-Казахстанской соответственно, 84 вакансии на этой неделе открыты в Жамбылской области, немногим меньше в Северном Казахстане, в Мангыстау 48 новых рабочих мест, Карагандинской области 23 и в Кызылординской 6.